Девчонки и мальчишки, всех категорически приветствую. Сегодня хотела сделать вот такую красоту, но в принципе она красота и получилась. Красота-то она. Страшная сила. Это у меня ленивые голубцы. Был кусочек фарша, было вот чуть-чуточка, прям вот столечко вот капусты. Зачем-то посыпала сверху сыром. Ну, думаю, чтобы они так попривлекательнее, что ли, выглядели, не знаю. В общем, смешала томатный соус, этот томат с майонезом. И не могу, прям слюной уже закладывать, такой аромат от них идет классный прям. Прям вот, думаю, раз уж они ленивые, то и есть я их буду по-ленивому. Не буду в тарелку перекладывать. Прям вот отсюда. То есть как запекались, в духовке готовил. Как запекались, так это соус прям весь туда впитался. Хлебушек еще взяла. Семечковый. Если что. Сейчас вот рискну нарваться на хейт, а все равно на него нарвусь. Девочки, это бомба. Просто реально. Что-то так вкусно. Я так давно не смешивала томат с этим. С майонезом. Слово, кстати, бомба бесит так. Почему-то. Капуста — это какой-то сорт. Бывает же, капусту порежешь, ну, куда-то там, да, и она прям долго, ну, бывает, даже похрустывает еще, уже вроде все готово, а все равно капуста такая жестковатая. А это прям мягкая, ну, то есть я ее порезала просто меленько и предварительно даже не отваривала. Сейчас я вам покажу, как внутри, чтобы вы тоже знали, как мне вкусненько. Лук и капуста. А это томат, подпекся, томат. Блин. Ладно. Тарелочка, конечно, большевата. Но нет, не треснул. Всем, кто обедает, завтракает, ужинает, или только собирается, давайте присоединяйтесь, тащите свои тарелки и пишите, обязательно, девчонки, обязательно пишите, чем питаетесь. Мне же интересно, я вот сегодня, например, сидела, голову ломала, думаю, метнуться веселым кабанчиком в Меркадону, купить что ли салмона, этого, лосося. Слушайте, прям соус такой классный вот этот вот. Пополам майонез, томатная паста. Здесь такая жидковатая томатная паста. Чуть-чуть воды, ну вот, чтобы она это... Соусом получилось. Соль, перец, все. И вместе с сыром. Так классно. Красота. Да что про Меркадон там? Думаю, метнусь веселым кабанчиком. Куплю салмона. Вот что-то думаю, вчера рыбный день, да, был? Не хочу. Чай у меня на запивочку, чай. Просто черный. Бухать, девчонки, не помню. Я вчера, слушайте, правда. Я вчера так напилась, оказывается. Кто не видел вчерашнее видео, смотрите на канале. Ну, кто, может быть, первый раз. Всех приветствую, если что. Все, кто первый раз пришел, не забывайте ставить лайки, подписываться. Потому что это у меня отдельный канал. Ну, я сейчас объясню просто. Пояснительная бригада подъехала. Это отдельный канал. Для мукбангов решил я сделать. Вообще, у меня есть основной канал. Называется просто Ирискина. И там я рассказываю про свою жизнь. Ну, как бы жизнь день за днем. Вот, да, то, что происходит. Не то, что прям что-то специально фееричное, а просто моя жизнь день за днем. В Испании. Можете пройти туда, познакомиться. Все ссылочки на все группы, на каналы и так далее, я все оставляю под видео. И, кстати, спасибо, что напомнили. Под видео надо будет, да, тоже оставить ссылки на туда-сюда, на эти каналы. Вот я, между прочим, знаете, как ем? Вот одну расковыряла и вторую расковыряла. Жадность не порок. Потому что все мне, любимый.
Что-то прям не так очень вкусно. Ну, думал еще дополнительно придется мазиком помазать. Нет. Все очень даже хорошо. Кстати, слышали, да? Где-то у меня девчонки мне что ли в комментариях где-то написали, или я где-то услышал майонез. Кто мне девчонки? По-моему, Марина, по-моему, Леви мне на том канале писала. Или нет, или вру. Наговариваю, Мариночка, на тебя, я не знаю. Короче, кто-то из девчонок написал, что майонез диетическая еда. Так что... В принципе, да. В том смысле, что от него нет там какого-то холестерина, там вот этого. В принципе, там все продукты такие. Читаем. Если дома готовить, масло, яйцо, все, соль, перец, там, кто горчицу кладет, кто лимон, там, ну, что-нибудь такое. Ничего там такого в нем страшного и нету. Масло, по идее, да, оно же этот, ну, вот растительное. Оно же, если не нагревается, ну, то есть тепловой обработке не поддается, то оно правильное масло. То есть его можно есть. Девчонки, давайте так. Мы с вами про диеты не будем? Ну, не будем. Мы просто... Сейчас сначала будем душеньку греть. Кто знает, тот знает мою ситуацию, да? А потом будем плавно входить куда-нибудь. В другие продукты. Ну, правда, я вот нашла, да, из того, что есть. Но у нас в доме мясо. Я вот не хочу мясо. Ну, такое кусковое. Я вот фарш люблю. Еще особенно люблю с чем-нибудь смешать. С овощами, в смысле. Чтобы не чистый фарш был. Прекрасно. Как думаете, съем, не съем? Осилю, не осилю. Смотрите, сколько осилила. 2,5. Тогда мы вам делаем ваши ставки, господа. И здесь мы, пожалуйста, давайте без... На этом канале, на Мукбанге, всех прошу. Давайте, пожалуйста, без всяких позорных высказываний. Потому что банить буду нещадно. У нас вот в Телеграме удалось создать хорошее общество. Спокойное, дружелюбное, классное, где, ну, как сказать, все друг друга понимают. И, ну, по крайней мере, на данный момент. Да? Ну, бывает там залетная овца какая-нибудь, там я быстро блокирую все это. А? Ну. Хотелось бы здесь видеть то же самое. И на Ириске, наверное, на канале на другом, на Дзене. И на Ютубе, да? Тоже все хорошо, все чинно, благородно. Ну, потому что, девчонки, что, и так говна в жизни хватает, да, извиняюсь, не к столу будет сказано. Я сказал, приятного аппетита всем. И так в жизни говна хватает, мы еще будем это, ой-ой-ой, еще повторила. А мы еще будем здесь это, разводить. Антимонии всякие. Хорошо. Все будет хорошо, прям с соусом вообще. Кстати, соус такой отлично получился. Даже мне удивительно, я даже не старалась. Кстати, заметили тоже, когда не стараешься, да, лучше получается. Чем когда, вот, например, для себя готовишь, тяп-ляп там что-нибудь, ну, такое вот. Ну, то есть не особо морочишься, там получится, не получится. Как бы не гостей же корми. И уходит всегда классно. Но как только начинаешь морочиться, там гости придут, надо повкуснее, надо вот так вот, чтобы там... На высший балл, чтобы был, ну, что-нибудь. И обязательно то сгорит, то не доварится, то переварится, то в лохмотье, то еще что-нибудь, то пересоленное, то недосоленное. Короче, какой-нибудь косяк случится. Обязательно. У меня же как упорядочный, тут еще салфетки лежат. Ну, что думаете? Я подготовленная. Сейчас я их оторву сколько? Я была готова к труду и обороне.
А, еще вот что хотел сказать. Спасибо, девчонки, за комментарии. Вы знаете, я, может быть, такой, ну, дурацкий блогер, да? Но я, знаете, как решила, ну, в смысле, я всегда говорю подписчикам своим, это я для новеньких. Вы на меня, пожалуйста, не обижайтесь, если вы там говорите, вот я пишу, а там даже ни лайков, ни ответов никаких нету, да? Знаете, как я придумала? Ну, по крайней мере, мне так, на мой взгляд, вы, конечно, можете иметь другое мнение, но на мой взгляд, так легче. Я отвечаю, вот какие-то вопросы накапливаются, да, я отвечаю на них в видео потом. Потому что, почему? Я где-то могу и пошутить, где-то там сарказм как-то ответить, ну, вот так вот, да? А люди обижаются. Ну, не все понимают юмор, да? Там же, вот я тоже говорю, интонацию не слышишь, не видишь человека. Хоть как смайлы ставь, смайлики там ржущие, не ржущие, а все равно, получается, люди обижаются, не так вот ответишь. И поэтому, когда есть вот время, да, я отлайкиваю быстро всех, ну, лайк ставлю, просто что прочитала, увидела. А когда уже совсем засада, ну, потому что я же не только видео занимаюсь, когда совсем засада, я этот, потом отвечаю на это. И я еще говорю, знаете как, отвечаю, если пишу, то какой-то капец срочный вопрос, который вот требует прям вот пояснения. Причем пояснение так, чтобы другим людям тоже было понятно, что у них тоже может возникнуть такой вопрос. Ну, где-то бывает, упустила что-то в видео, да? И вот тогда, ну, поясняю, пишу. А, но это не повод обижаться, что я вот кому-то отвечаю избранным, а кому-то не отвечаю. То есть я говорю, я отвечаю в экстренных случаях, когда вот что-то надо объяснить просто быстро. Остальным все читаю и отвечаю в этом в видео. В следующем или через одно, но обязательно отвечу, если какие-то вопросы возникают. Сейчас я уже потеряю котлету. Она с вилки сползает. Вот. Поэтому для новичков, пожалуйста, не обижайтесь. Если я не лайкнул и не ответил всю секунду, это не значит, что я не прочитал комментарий. Я читаю, даже знаете из-за чего? Из-за модерирования. То есть я стараюсь сразу удалять. Ладно, мне хамят, там пофигу, да? Я не люблю, когда хамят моим подписчикам. Ну, то есть, кто нормальный, вот люди сидят, да, вот им раз нахамил кто-то. Не люблю, поэтому я таких людей, ну, стараюсь просто блокировать сразу. Поэтому вы не сомневайтесь даже, я комментарии читаю. Еще как читаю. А, и радуюсь. Девчонки вчера пирогов столько накидали. Что-то, а я всю муку извела. Не буду больше покупать. Чтоб не было. Не в диетических целях. Я просто не хочу ничего печь. Уже здесь. Как же это вкусно. Сейчас как моя душенька-то порадуется. Она уже порадовалась, конечно. Все растает. Ну что? Пожалуй, я вот это уже не смогу съесть. Осталось 4 штуки. Я вот эту манипулечку съем. Вот так. Хлебушек вместо салфетки. Хлеб это принесла, как на Маланину свадьбу. Почему-то я думала, в соус макать буду. Но у него такой, не приходится макать, он такой густенький. Как же клево. Сыто. Пьян. Не, пьян вчера был. Девчонки, я вчера нажралась. Ну, кошмар. Что-то может, правда, этот стресс. Так, ну-ка, соус сейчас где-нибудь подтяну с рисом. Так, вот хлебушка дай. Все. Все, моя наелась. А ваша? Так, ну что, это еще на ужин осталось, да? Угу. Ну, сколько было? Раз.
два, три, четыре. Четыре, что ли, съел? Ну, не помню, короче. Ладно, не важно. Не будем для себя любимые считать. Ну все, девчонки, спасибо большое, что смотрите. Не забывайте ставить лайки. Не забывайте, все каналы, которые вас интересуют, находятся в описании под видео. Вообще вся информация у блогеров обычно находится в описании под видео. Не только у меня, а у любых. Поэтому, если там что-то, вы первым делом открываете там список. И там, если что важное, все написано. Все там можно найти. Все, большое спасибо, кто ел со мной. Всем еще раз приятного аппетита, кто только начал. Пока-пока. Увидимся.